530 метров всю жизнь кривой ухабистой дороги сегодня под свежим асфальтом. На ремонт городские власти нашли спонсорские средства, но принимать работу рано. Дело надо довести до конца – отсыпать обочины, уложить верхний слой асфальта, нанести разметку. И выполнить еще одно поручение мэра города – установить автобусную остановку внутри Киблерова. Автобусик там подошел туда, там развернулся, встал, тут высадил людей и пошел. Заместитель главы Анапы Владимир Забураев рассказывает, какие еще преобразования ждут микрорайон. Например, долгожданное появление муниципальной котельной. Проект уже прошел экспертизу, и в ближайшее время выделятся денежные средства на законодательном собрании края. И мы здесь будем строить, так сказать, котельную, которая теплом и горячей водой снабжает всех жителей. Предстоящее строительство – дело затратное и потому не быстрое. А вот на то, чтобы привести в порядок дворы, скосить траву, благоустроить площадку под сельхозрынок – миллионы не нужны. Построили дорогу, но вот это вообще оставляет желать лучшего. Но вы считаете, что это кто должен делать? Вот это должно быть управляющая компания, жители, я считаю, это должны делать, помогать в этом. Некому приложить усилия и сплотить людей общим делом. Главе Субсехского сельского округа как руководство к действию предстоящий экологический субботник.